депутат Лачин, да, на фракции. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, харьковчане. Мне буквально претензии. Как уж благие намерения для того, чтобы понизить налоговую нагрузку всем предпринимателям, тем, по крайней мере, видом деятельности, которых мы говорим. Но я немножко хотел сказать немножко другому, что все понимают. Вот очень хорошо затронула вопрос Анастасия Сергеевна. Я тоже проанализировал ситуацию денежного центра всех городов. К сожалению, Харьков не Киев, но тем не менее, Харьков чуть-чуть меньше, чем Киев. Если взять, допустим, Одессу, Одессе с такого же количества населения, как у нас, в Одессе 402 тысячи за квадратный метр с копейками, а у нас 639. В Днепре почти миллион, там вообще 306. В свое время я в 2020 году подал...